повергаю ступор. Безмозглые замки, стилеты превращаются в кухонные клинки. Вожатая трамвая вдруг, войдя в салон, помочится. Не может быть, я знаю, но вдруг и так захочется. Сыновья и дочери скоро подрастут. Доценты похотливые, их примут в институт. Дикой кому придется там скурвиться и сучиться. Хочу не верить в это сам, но кто за них поручится? Вдруг это во сто крат теплей, стандартный фюрер Штирлица. А вдруг им так понравится? Боюсь, что это вырвется. Смешно. И если с этого смеяться, то что же не грешно? Бездумный смех вернется к нам спинами корявыми, пробитыми.